Ребята, всем привет! Сегодня вот Тимурошка. Такой вот автомобиль. Прикольный, стильный, крутой. Так, в общем, сегодня замена ремня ГРМ. Что нужно выкрутить, сейчас я показываю. Это нужно открутить бачок расширительный. Видим, да? Вот здесь два болтика и вот здесь он два. Вот. Раз, два, три, четыре. Снимаем бачок расширителя и бачок ГУРа. Сюда вот в сторону убираем. Выставляем метку. Вот здесь вот на шкиве идет сюда. И вот здесь вот совмещаем ее вот с этим железным выступом. Совмещаем. И сейчас нужно будет, меняю первый раз, не знаю, сейчас нужно будет открутить эту подушку и, скорее всего, поддомкратить чуть-чуть двигатель, чтобы он не упал. И нужно будет снять ремень с ГУРа и с генератора, с кондиционера. Так, ну сейчас буду заниматься и буду все показывать, чтобы видео было не слишком длинное, а коротенькое и понятное. Так, ну вот, ребята, скидываем потом подушку. Здесь болт, здесь три. Две гайки, один болтик. Потом ослабляем ГУР, скидываем ремень, ослабляем генератор, скидываем ремень. Потом сейчас я подлазю снизу, ослабляю ролик на кондиционер, скидываю ремень. Потом нужно, наверное, будет снять шкив. Да, шкив нужно будет снять, помпы. 4 болтика на 10 скинуть и уже снять шкив на коленвале. Снизу можно подлезть. Вот он, шкивок. Его снять, он как раз ролик на кондиционер. Его тоже можно подлезть. И, кстати, ребят, не забывайте, что двигатель нужно чем-то подпереть. Можно домкратом, можно вот как я, дощечкой. Так, ну и все, ребята. Сейчас буду все снимать. Сниму самое интересное. Так, ну вот, пацаны. Как открутить болт на коленвале? Берете ключик, так, на 22, по-моему, да, на 22, сюда вот вставите, зажимаете вот об этот и стартером чиркаете буквально одну секунду, и он у вас выкручивается без проблем. Вот он. Ну и снимаете шкивок. Сейчас я поставлю здесь меточки на всякий. На всякий так. Пожарный. Чисто для себя. Хотя там шпоночка должна идти. О, как брызнуло. Маркер брызнул, видите как? Так, вот здесь вот точка. И сверху точка. И все. Это чтоб чисто так. На всякий пожарный. Потом при сборке собирать и не париться. Сейчас я сниму шкив. Так, еще, ребят. Снял шкив с помпы. Также поставил меточки. Вот здесь вот раз. И там, чтобы не перепутать. А то бывает, некоторые путают, а по вылету он уже там отличается. Открутить шкив с помпы не так уж и легко. И вот еще на ГУР. Ну, на ГУР явно не перепутаете. Вот так вот. Так, ну еще сейчас снимаю шкив. Потом снимаю кожух. Вот этот вот до конца. И уже подлезаю все ближе и ближе к ГРМ.
Ну все, включусь на самом интересном. Так, ну и ребят, вот что в засаду у меня. Все снято, шкивок снятый. Снялся, кстати, без проблем, вообще нормально. Вначале идет шкив, потом идет вот такая вот шайба пылезащитная. Так, сейчас мне осталось снять только вот кожух, он уже почти снятый. Вот надо выкрутить один болтик, блин, неудобно. Сейчас просто нужно воспользоваться удобным инструментом, и все пойдет нормально. Так, ну и сейчас буду рассказывать, как выставить метки перед снятием ГРМ. Сейчас сниму крылечку. Так, ребят, вот я решил заодно шкив почистить от грязи. Что-то он уж больно грязный такой, в ржавчине. Чуточку потереть его, чтобы по-нормальному. А то поставишь, и вот это вот заржавеет коленвалу. Потом хрен снимешь. При установке заодно смажу маслицем чуть-чуть, чтобы пленочка была масляная, а то бывает ржавеет, хрен вытащишь его. Готовый. Тетя Наташа, мама Максима, передает привет. Замена ремня ГРМ произведена, дай бог, успешно. Тетя Наташа, заводите. Залили маслица. Было по минимуму. И все. Так, ну и как говорится в конце видео, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.